Там будет Денис Вилов Геймс, там будет орг-подкастер Оркадий, и там будет небезызвестный Стас Давыдов, как небезызвестные все остальные. Но я думаю, вы меня поняли. Либо опоздают, вот. Либо опоздаю я, потому что забуду и буду думать о вас. Но как бы там ни было, как-то вот так оно и произойдет. Чат, смотри в оба. Поле. Ух ты, поле. Вон одно тело бежит. Его сгубила беспечность. Монстром и монстром. Я не сдаюсь, Dark Messiah of Might and Magic. О, слушай, а я забыл про эту игру вообще. Она же охренительная. Ну, типа, нам дальше уже ехать все равно не нужно было. Просто, чтобы другой никто машину не взял. Ты понимаешь, тактика. Как обычно. Слышно. Ну, ясно. Как туториал-то у тебя нормально прошел? Да, прошел. Ну, то есть, туториал прошел. Это ладно. Дальше я отыграл один квест какой-то, ну, какой-то из первых. Ага. И, ну, в основном происходило, ну, на уровне... я сейчас... ага, хорошо. Так, вот сейчас... ага, ага. Так, ну, то есть, ну, мы его прошли, выиграли с этими чуваками. Угу. Но что-то, конечно, очень много всего происходит в этой игре. Я хочу, на самом деле, пригласить вас в компанию, но при этом давайте кто-нибудь другой, потому так. Что когда я последний раз приглашал друзей в компанию, оно работало хреново, прям скажем. Вот, да. Давайте не я, потому что я не соображаю. Как это сделать? Я тоже чернее. Хорошо, сейчас я приглашу. Надо, во-первых, вообще, стоп, а мы же не все добавились друг в друга. Так. Потому что карта все-таки большая, типа. Так, да, походу. Карта, ну вот там какая-то вот красивая. Стас-то такое прям... такое. Так, что? Что, какое? У меня, на самом деле, почти на полэкрана задница. Ну вот я и говорю, я буду бегать за этой задницей. Подожди, ты пробежал пещеру. Да. Пещеру? Какую пещеру? Ага, что ты говоришь, орк? Я говорю, миссия прихлопнуть тролля. Еще раз, давай, иди вниз. F2 нажал, G нажал. G. Да, G. У тебя, да, G, гелий. Гелий. Так, G, так. Смотри, у тебя 4 квадрата. Давай их вместе сосчитаем. Раз, два, три, четыре. Иди нахер. И ты оставляешь один. Один оставь. Все, получилось, да. Ну, вот видишь. Так, я. А ты не хотел. В группе есть место, но игра заполнена. Кто-то вместо меня влез. Кто посмел? Так, ну короче, предлагаю тогда выйти. Ну да, наверное. Кто бы там ни вошел, знает, и все равно ничего не добился. Как тебе не стыдно? Не так вы делаете, смотрите. Супер, мне понравилось. Сука, как обычно вот это. Вот я когда говорю вот это, я всегда умираю. Ладно, я пригласил всех. Боже, я не того перса поставил. Кто запустил? Зачем? Кто запустил? Что запущено опять? А, это я запустил. Ну ладно. Кто запустил? Просто я запустил. Короче, вот теперь сложное, по идее, но не самое сложное. Второе по сложности. А вот что там за восклицательный знак тоже? Ой. Я нашел каких-то ребят, они спят, но я их зачем-то ударил, и они проснулись. Это день, ночью они просыпаются. На чью штуку? Какие мелкие твари, тут школьники, зомби. Какая гадость. Ладно бы зомби, но школьники. Ну типа они маленького размера и мерзкие. Я помогу тебе. Вау. У нас есть какое-то время до эвакуации. И я просто нашу дала. Ей нужно что-то сделать, я не понимаю. Она включилась, и оттуда прут эти чуваки. Ага, да-да-да, пойдем посмотрим. Ну что такое? Ты ни все забрал одного наркотика. Здесь в коробочках ловушечки лежат, все дела, все здорово. Но не наркотики. И патроны. Так, ага.
Так, что-то тут кто-то увлекается диджеингом. Всегда мечтал подойти вот так вот сделать на дискотеках эти. Ну в смысле, зачем сломал-то, ну? А почему? Мне кажется, я тут закрыт. Сказку читали про ниф-нифа, нуф-нуфа и так далее. Ага. Не надо деревянных стен строить. Нет, ну полы можно. А вы бы еще этот, если бы вы еще двери делали, это было бы вообще хорошо. Ну серьезно. Кстати. Это было бы круто. Надо стены, да, надо стены делать кирпичные или металлические, как бы, а то что мы как... Ох. Возможно, это они, ну, вылезли из этого. Возможно. У них есть оболочка, из которой, которую они покидают. Оболочка. Ну, свою бренную оболочку, от которой они хотят избавиться. Их в оригинале и зовут оболочка. Ну, или, знаешь, как... Трансгендер их зовут, например, в оригинале. Они покидают свое ненавистное тело и как бы вот это интересно, становятся вот этим. Можно ссылочку? Я, пожалуй, как-нибудь... А здесь нельзя ее так сломать, чтобы дом не упал на тебя, если он все-таки упадет. Ну, а давай попробуем. Что он не упадет. Можно. Так, вот этот эксперимент я сам понаблюдаю. Давай, Стас. Вау. Карточный домик. Боже, опять школьники нападают. Где? Они опасные. Ну да, но их уже нет. О, мужику по бутылке. Чё? Это, по-моему, Дэна кто-то подписался. Мы срались слегка, подумали, новый монстр. Но это нормально. Это было хорошо, да. Тут девушка просит... Это временно протекло или как вообще? Тут нас женщину атакуют. Так, женщину, давайте отбивать женщину. Это наша женщина. Наши женщины нас не устраивают, нам нужны новые. Хотя нужны ли нам женщины, парни? Свежие женщины. О, так, ну допустим. Вот этот жирный парень. На кого-то ночь похожа. Ага. Тут красиво получается. Так, понятно, вся движуха. Ага, я металлический. Потайная дверь! Тут какая-то была, она открылась и закрылась. И свечение фиолетовое. Чего вы ржете? Прямо из травы появилась дверь. Да. Мы все ее видели. Из травы появилась дверь! Супер бонус уровень, наверное, был. Так, ну мы достроили как бы вот эту башню. Но где вы там шляетесь-то? Видел ее. Настоящую дверь я видел. А была настоящая, она была там. Так, вот мы это настроили, и здесь что-то сверху должно быть. Артур, я... Блин, я клип скинул, что ты ржешь? У нас еще день, чтобы сундук найти, который где-то тут должен валяться. Сколько еще прихлопнуть день? Тролля бы. А день длится 10 минут, по-моему. А тролль у нас орг-подкастер или про другого тролля все-таки? Нет, внизу написано «прихлопните тролля», но как скажешь. Можешь прихлопнуть меня, если тебе будет менее. А, нет. Эй, граната хорошо. Кстати, работает на X. А почему у нас тут пола нет? Как так получилось? Он отыгрывает женщину максимально правдоподобно. Серьезно? Бегает, что-то жилище обстраивает. Я хлопачу по дому, да, совершенно верно. Так, ну вот это вот надо передвинуть отсюда, как бы не по фэншую размещено. О боже. Мы тут пол не можем поставить, понимаете? А полы-то можно еще обогреваемые сделать, к тому же. Батарею не забудь. Комфортно. Меня спалили насчет задницы, в смысле? По поводу смотрения на задницу. Я буду все отрицать. До последнего. Договорились. Так, коробки. Иди сюда. Надо главное, ну вот здесь у нас пока что, конечно, синхронизации вообще нормальной никакой не было. Ой, да ладно. В какой сторону мы бегали, что хотя бы понимали, а это вот там. Просто кто-то в душе дизайнер и перфекционист, кого-то бомбил постоянно. Не, ну слушай, мы же реально не могли найти выход из собственного дома. Мы так спускались, так и все. То есть, ну... Здесь. Вот не надо обобщать. Дизайне. Дом был прекрасен. Ну реально, я с закрытыми глазами мог найти выход. С домом все было хорошо. Открытые глаза не помогали его искать никак, видимо. Пишите, спасибо огромное вам, донатерам, за приятную компанию. Я вновь с микрофоном учусь просто. Ага, хорошо.
Ясно. Пока, Денис. Да, пока, Денис. Да. Ладно. До встречи. Тогда пока. Лестница вам. Все, пока, Стас. Пока, Артур. Пока, Денис. Пока. Всем пока. Все хорошо. Пока, ребят. Пока. Главное, никто трубку не кладет, да? Ну, как и обычно. Ты первый. О, боже. Все, я их выключил. Меня раздражает, серьезно. Ужас какой-то просто. Ужасные люди. Ладно, я шучу на самом деле. А то сейчас реально какое-нибудь дело полезет передавать. Когда анбоксинг Эвана? Тут дело-ка, каким образом ты это представляешь? Ты знаешь, я тебе могу его привезти после улицы? Я тебе покажу, что у него внутри, потому что оно у него на жопе налипает. Хороший, короче, был стрим. Вот что я хочу сказать. Орк клевый. Да, я его смотрел, обзоры у него хорошие.